Друзья, всем привет! Мы снова сегодня на собачке. Вот сейчас я вам покажу. Вот так выглядит сейчас пляж собачий. Частично мусор убрали. Это было видно еще в прошлый раз. Частично он затонул. Посмотрите, сформировав вот такие вот накопления на дне. Ситуация, вот этот островок буквально целый, его, ну, прибило к берегу, и это прям кусок национального парка. Вот на таких плотиках многие животные спасались, ну и даже олени, как вы знаете. Муть как бы немного осела, вода продолжает оставаться значительно опресненной, хотя вот нагон сейчас идет, южный ветер, который приносит вместе с загрязненной водой, ну, частично и приносит морскую воду. Мы видим, что количество лягушек уменьшилось значительно, то есть вода стала более соленой. На публикация Института морской биологии Академии наук о загрязнении нефтепродуктами и значительно крупным и мелким мусором. Это тоже можно пронаблюдать на космических снимках. Общая территория загрязнения порядка 6000 квадратных километров. Странный цвет воды, он такой, знаете, насыщенный янтарный, а если смотреть в горизонт, он отдает красноватым оттенкам. Ну, такой цвет мы уже видели. Несколько лет назад мы наблюдали массовое развитие как раз динофлагеллят, красный прилив так называемый, и вот вода становилась более и более насыщенной. Вот мне кажется, преобладает сейчас как раз вот динофлагелляты в цветении. Ну, процесс достаточно, ну, тоже опасный, потому что речь идет о также токсических одноклеточных организмах, они вырабатывают токсины. Погода на удивление благоприятствует, потому что постоянно дует то сгонный, то нагонный ветер, и это все снижает, скажем, вероятность такого массового заморного процесса. Но если оценивать бактериологическое состояние, опять же, исходя из публикации, значительно превышает норму. Обнаружено несколько патогенных организмов бактерий, это сальмонеллез, это астроротовирусная инфекция, ряд других. Еще 17 числа запретили купание в море. Мне бы хотелось, чтобы уже были опубликованы данные по состоянию морской воды по румынской территории, потому что данные, которые опубликовал Институт биологии Академии наук Украины, позволяют предположить, что вот это загрязнение значительное коснется и Болгарии и Румынии. Поэтому хотелось бы увидеть данные от коллег. Ну, друзья, по нашему морю все. Счастливо, переможемо, слава Украине!